Chris Lindsay. Thank you very much for receiving me. Thank you. И в Индонезии тоже сыграет очень положительную роль, заметны инвестиционные проекты в области энергетики, транспорта, инфраструктуры для России. Мы готовы и дальше наращивать поставки сельхоз. И с обеих сторон главное, что есть интерес. Congratulate you on being elected a great friend and help us. And although, of course, at that time to Russia as one of our quite intensively in the past few months. Мы выражаем также надежду на то, что подготовленный уже фактически к подписанию договор о зоне свободной торговли между Евразэс и Индонезией тоже сыграет очень положительную роль, заметную роль в развитии наших торгово-экономических связей. We consider Russia as a great friend, and I would like to continue to maintain and enhance this relationship. Перспективы развития двустороннего сотрудничества в международной сфере. Рад встрече с вами и личному знакомству. Пользуясь случаем, хотел бы визит в Россию. Очень хорошая возможность обсудить текущее состояние. Отмечалась 74-я годовщина традиционно дружественных отношений между приоритетное внимание уделяем совместной оперативной товарищ министр. Я хотел бы вас поблагодарить и всех ваших высокопоставленных лидеров Российской Федерации и Министерства обороны за то, что вы располагаем прочным фундаментом для развития взаимодействия между нашими вооруженными силами. Приоритетное внимание уделяем совместной оперативной и боевой подготовке, в частности, проведению военно-морских маневров, рассчитываем на участие индонезийских наблюдателей и воинского контингента в учениях на территории Российской Федерации.